Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я хочу полистать вместе с вами раскраску Танго из серии «Творческий рай». Конечно, эта раскраска не новая, но в любом случае она у меня появилась только-только, и я хочу ее полистать вместе с вами, чтобы на моем канале тоже был на нее обзор. Давненько не было полистушек у меня, но вот сейчас эта рубрика возвращается, так как сделала довольно приличное количество покупок. Это 16-й год. У меня издание в мягкой обложке. Классно, что тоже здесь, как водится, есть рамки. Иллюстрации, естественно, односторонние. Бумага вообще, знаете, белая-белая, и самое главное, она невероятно гладкая. Так что, возможно, здесь большее количество творческих материалов не будет просвечивать. Ну, я могу ошибаться, но, как правило, такой глянец все это дело удерживает. Ну, хотя я не знаю, маркеры-то вряд ли, маркеры наверняка будут протекать, но тем не менее. Хотя, будет или не будет, это не так важно. Иллюстрации это все равно односторонние. Я очень хотела приобрести эту раскраску, но на книжном складе ее не было. В наш фикс-прайс ни в один не завезли. Ну, можно было купить, естественно, в интернете, в любом интернет-магазине, я так думаю. Все равно же периодически наверняка она там появляется. Ну, как-то вот не знаю, почему не покупала. А сейчас у Марины с канала «Марины на раскраске» в Инстаграм я приобрела по какой-то очень-очень приятной цене. Я сейчас уже, конечно, не помню, потому что раскрасок было куплено много. Я прям очень хотела, когда девочки в своих видео показывали, мне прям ее невероятно хотелось. Но вот когда сейчас я ее листаю, я понимаю, что она неплохая, и я ее буду раскрашивать, но вот какого-то именно восторга, который она у меня вызывала, тогда нет. Знаете, как будто я вижу совершенно другую раскраску. Вот. Но вот мандалы абсолютно точно буду красить. Мандалы я всегда люблю. Мне очень нравится. Ну, а так здесь видите, какие узоры разнообразные. Чем здесь буду красить, тоже пока не решила. А может, потом снова втянусь, и мне прям она будет очень-очень нравиться. Ну, пока как-то так. Но я бы еще хотела раскраску, вот как она называлась, ну, в общем, с животными. А где-нибудь потом при случае ее приобрету. В целом хорошее издание, как мне кажется, несмотря на мягкую обложку, очень даже добротное издание. Вот, но в первую очередь будут именно мандалы раскрашены. Ну вот, пролистали. Кому интересна информация, можете почитать, поставив на паузу. Если данное видео вам понравилось, поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. А также я приглашаю вас в свой Инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Ну и, конечно, благодарю вас за просмотр. Желаю вам всего самого-самого-самого наилучшего, здоровья, хорошего настроения, вдохновения. И, конечно же, увидимся в новых видео. Всем пока-пока!